Здравствуйте, дорогие подписчики, зрители моего канала. В этом контейнере у меня два вида сеянцев. Это алисум и незабудка синяя. Вот смотрите, незабудка синяя всходы. Это алисума всходы. Семян было очень много. Что в одном пакетике, что в другом пакетике. Всходы обильнее, конечно, у незабудки. Незабудка, так, семена гавриш. Вот такая незабудка, синяя корзинка. А алису я брала вот такие семена. Семена от Октябрины Ганечкиной. Производитель Agro Seeds Trade. Московская область. Сеянцам 6 дней. Зашли они где-то 18 апреля, а посеяны были 15 апреля.